Всем приветики. Решил вам показать, как можно быстро нагреть не фрукты, а овощи из холодильника. Допустим, вот ситуация. Вы погрели на сковороде еду. Я вот сейчас буду греть рис и курицу. Они горячие. Вы едите и понимаете, что не хватает, например, огурчика или помидорчика. Но они в холодильнике, а еда горячая. Получается, еда будет очень горячая со сковородки, а овощи очень холодные с холодильника. Что в этом случае делать? Если это готовый овощ, ну то есть просто нечищенный, то под горячей водой просто его целиком греете. Все, он уже не холодный, уже довольно-таки тепленький, но вода горячая. Если же это чищенное, то можете прямо в пакетике, как они лежали, кипяток, аж пальцы обжигает. О! Вот теперь. Ого! Даже уже и... Хотя это может быть... Ну вот огурец трогаешь, прям горячий. А остальное не такое, но уже тепленькое. Вот таким вот способом можно легко нагреть холодные овощи, фрукты. И в итоге, когда вы будете есть, у вас не будут отмерзать зубы. Так неприятно, когда раковина рыгает, прям напрягает. Вот. И в итоге вы будете есть горячую еду и теплые овощи. У вас не будут мерзнуть зубы. Вот. Ну а на этом все. Всем покедово.